Значит, ну вы видите, погода пока не позволяет. Дневное время, да, но ночное еще до минус 3, до минус 4. У нашего подрядчика битум есть, материал есть. Я думаю, что на следующей неделе, если это выходные будет хорошая погода, на следующей неделе и к 1 мая мы начнем. К 9 мая мы уже. То есть тот маршрут движения, маршрут пробега мы стараемся закончить, ну, сделать ямочный ремонт. Но у нас первоочередные, конечно, это движение автобусного маршрута. Мы уже определили перечень, те объекты, которые мы должны ремонтировать в первую очередь. Ну, Александр Владимирович, я вот ждала, что вы сейчас скажете, назовете, где будет вот 3000 у нас, где это будет. Прям по метрам. Ну, у нас 30-ка школьная. Где 30-ка? Очень большая. 30-ка, это, конечно, вот здесь, от улицы Карла Маркса до улицы Борисенко. Там побольше ямок. В Борисенке там несколько ямок до труда. Труда у нас вообще новая дорога, поскольку нет. 30-ка, кольцо, школьная, та школьная, которая от Борисенко до 30-ки. Вот. И у нас большое тоже количество, это которая дорога идет от 8-го кооператива в сторону Угольника. И идет собственный маршрут. До 8-го кооператива. Да. Вообще-то. Но... Нет. Ну, то есть получается это вот 30-ка школьная. И на этом 3000 закончится. Примерно. Примерно, да. Остальные, значит, у нас останутся.